для меня профессионализм – это идеал. Так. Чем бы я ни занимался, я стремлюсь достигнуть какого-то профессионального уровня, потому что иначе не имеет смысла. А вот тот, который главный, как люди любят говорить, хотя это не совсем правильно, это управление. Это внутреннее управление своим внутренним миром, своими ресурсами и своей внешней реализацией. И вот развитию этого внутреннего управления, собственно говоря, посвятил я себя, поскольку мне это было очень интересно, начиная с 14 лет. Это книга о взаимоотношениях человека со своим сознанием прежде всего. То есть это философская книга? Для меня философия, психология... Одно целое. Поскольку и то меня интересует как конструктивная, не вообще психология, а конструктивная, практическая психология. Также и философия, не вообще философия, а практическая философия. То есть как она проявляется у людей в их практике, в практике их жизни. Вот. Горизонт событий – это границы сознания. У сознания, как говорил Мамардашвили, я с ним очень согласен, что сознание – вещь отграниченная. То есть мы можем, если поработаем, найти, дойти до границы сознания. И вот здесь как бы в этом названии, как образ, это взят из физики, астрофизики, горизонт событий. Вы знаете, это связано с черными дырами. А по содержанию это границы сознания.